2015 год по всей стране объявлен годом литературы. Торжественное мероприятие в честь этого события состоялось в Ивановской областной филармонии. Символами литературного года в России стали классики Александр Пушкин, Анна Ахматова и Николай Гоголь. Их образы на сцене оживили актеры Ивановского театра драмы. Нашему региону тоже есть чем гордиться. Наши писатели не стали символом года литературы, но, согласитесь, нам есть чем гордиться. Марина Цветаева, Константин Бальман, Дмитрий Семеновский, имена, которые известны, ценятся и почитаются во всей России. И мы сегодня обладаем фондом книг, не самая большая область, третья по величине в Центральном федеральном округе. В фойе филармонии к праздничному дню была подготовлена выставка-презентация ивановских издательств, новой литературы ивановских библиотек и музеев. Наши писатели возлагают на Новый год большие надежды, хотя и понимают, что в экономическом плане он будет не совсем простым. Нам бы хотелось продолжить хотя бы издание одной книжки в год в большой книжной серии, которую мы начали, библиотеку ивановских писателей, для пополнения наших библиотечных фондов, в том числе и учебных заведений. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот этот статус дома, областного дома литераторов, который по факту существует, чтобы он обрел какие-то действительно очертания законные, чтобы какие-то подвижки в этом направлении были. Это та площадка, которая является организующим центром всего литературного процесса в нашем крае. В течение литературного года на территории Ивановской области пройдет около 400 тематических мероприятий. Это интересные встречи с выдающимися деятелями культуры, книжные выставки, фестивали. Все ради того, чтобы пробудить у жителей интерес к литературе и, конечно, чтению. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.